сердце тебе славить. Смерть попрал.
Преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения.
Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе приидет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же да сумнится, ибо ничим же отщетивается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся. Аще кто точию достиже, и во единодесятый час, да не устрашится замедление, любочестивого сей владыка, приемлет последнего, якоже и первого, упокоевает единодесятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же уповните все в радость Господа своего, и первые, и вторые узду приимите, богатые, убозие друг за другом ликуйте, воздержницы и ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся возвеселитесь днесь, трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, никто же да изынет алчей, все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости, никто же да рыдает убожество, явися в общее царство, никто же да плачет при грешении, прощение ему от гробова сия, никто же да убоится смерти, освободи его нас, спасого смерть, угаси Миша от неодержимой, плени ада, сошедый в ад, огорчи его, вкусиша плоти его, и сие предприемы Исаия возоби, ад глаголит, огорчися, средця доли, огорчися ему, упразднися, огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, прият тело и Богу приразися, прият землю и среди неба, прият еже видяши, в воде во еже не видяши, где твоя смерть и жало, где твоя ади победа, воскресе Христос, и ты низвергся иси, воскресе Христос и подоша демони, воскресе Христос и радуются ангели, воскресе Христос и жизнь жительствует, воскресе Христос и мертвый не един во гробе, Христос бо восстал от мертвых, начаток усопших бысть, тому слава и держава во веки веков. Христос воскресе! Христос воскресе!
человечеству полноту божественной любви, по которой привечный Сын Небесного Отца принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со Своим Создателем и Промыслителем. Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа, мы обретаем непобедимость. Thank you.
Духом, как говорил Господь,
плоть же немощна. Поэтому вот об этом, вы знаете почему я так говорю? Один священник замечательно поправил начальника, который ему пожелал здоровья. Говорит, батюшка, прежде всего вам здоровья. Остальное все приложено, что батюшка говорит, за что вы меня так не любите? Тот удивился, говорит, как это так? Говорит, а зачем мне здоровье нужно? Кому нужны зубы? Тут говорит, волку, правильно. Говорит, а ноги кому нужны? Тут говорит, зайцу, чтобы убегать. Ну так вот, говорит, а мы же выше тварей Божьих, поэтому нам здоровье нужно. Вот, друзья мои, поэтому дай Бог, чтобы у нас были силы духовные, и тогда приложится и наше с вами здоровье. Ну и, друзья мои, вы заметили, что сегодня мы говорим на разных языках. Это не случайно. Потому что все сейчас объединены воскресшим Христом. И во Христе не существует никаких национальностей, никаких разделений. Поэтому сегодня Евангелие читалось на 7 языках, если вы сосчитали. Вот дай Бог, чтобы мы вот так же общались друг с другом и с другими представителями других национальностей на языке любви, на пасхальном языке. Дай Бог всем нам этого языка, дай Бог нам любви, радости, терпения, ну и, конечно же, разговеться так, чтобы на скорой не загреметь, да, в больницу. Поэтому аккуратно, не наедайтесь, не напивайтесь, да, все, аккуратно будите, смотрите за собой. Все, что было, яичко, стакан, лед, кисточку. Христос воскрес! Воистину воскрес! Вместо благодарственных молитв, пускай приют, чтобы согреться, поет Христос воскресе. А мы будем целовать крест. Спасибо. Христос воскрес! Воистину воскрес!